Кем сегодня мечтают стать молодые люди? В школе сам учитель показывает, что учителем быть непрестижно. Я с большим скепсисом отношусь к современной системе высшего образования, к системе образования нашего вообще. Если человек выбирает себе профессию, исходя из моды, что это там, я не знаю, стильно, то он не добьется успеха просто. У нас гении-то индивидуальные, а там получается всем классом на юрфак, всем классом на эконом-фак. Ток-шоу «Золотая середина». Смотрите в пятницу.